Так, привет, дорогие друзья. Я вижу, начали подключаться. Так, вебки Шинау, актив. Веду Басару, Фалештю. Салут Латуат Луна. Врался дискут унили, Евенименти Кари. Аувут Локастас, Шевуравя Лок, Зелили Урматуари. Так. Так, вижу Ханчешты. Москву, Сороки. Купчин единиц. Так. Так, Салутер Дила Рома, Люберца, так, Мерджин Дора Найти, Тап, Форти Декорд, так, Веда Савян Иван Белс, привет, Иван. Ребят, делайте, пожалуйста, репосты те, кто онлайн. Мне важно, чтобы этот месседж дошел до всех граждан страны. Так, вижу больше Бельца. Салут Эрдня Румыния, Салут Бес. Вижу Дандишана, Бельца, Гладяна. Игорь Гушан, привет из Гладян. Ренат, я 2 дня возился с газетами. Ты знаешь, народ тебя сочувствует и поддержит. Спасибо всем за поддержку. И в Гладянах, и в других населенных пунктах страны. Кстати, на Гладяна у Плохотника тоже есть определенные планы. Сейчас это тоже обсудим. Так. Марьяна Романадзе, Санджирей, салут. Марьяна Вецк, Шлавела, Санджирей. Квей, Ноаптя, Дурмис, Катэ, с вами ненормально. Да, плохие ждем, Акула. Инклюзив, Шла, Санджирей, упорнит. Доллара, евровые движения. Так. Руслан Заплетный, Дандишаны держится. Окей. Так, вижу Аргеев. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя шикарно, все в порядке. Спасибо. Александр Костюк, привет, Ренат, при Рекане, поскорее Бельц. Спасибо, ребят, я бы пешком вышел, причем даже сегодня вечером. Была бы такая возможность. Так. Так. Рыжкан и Дроки, а тут Богатька. Богатька, молодец. Держишь оборону и также держит оборону в Дроке. По крайней мере, по тем данным, что у меня есть. Значит, Англия приветствует, Великобритания привет. В Англии привет всем, кроме Горбунцова. Так, Ильян Кашу веду онлайн, салут, Ильян. Борис Тучак, Бельца. Ну что, ребят, вижу Сороки. Привет, ребят. Ребят, всем привет тем, кто подключился. Еще раз огромная просьба. Делайте, пожалуйста, перепосты.
Distribuiți, vă rog, acest video, deoarece pentru mine este foarte important ca acest mesaj să ajungă la toți cetățenii din Republica Moldova. Значит, давай по порядку. Значит, хотел бы сделать заявление касаемо инцидента, который произошел сегодня в Унгенах, что наш дедушка не выдержал, наш дедушка не выдержал в Унгенах, и наш человек, который в самом начале вместе с Олегом, который его привел, привел его как офицера, там, бывшего военкома, говорит, порядочный человек, такой дедушка боевой и так далее, говорит, будет идти вперед и так далее. Значит, в результате всех тех махинаций, которые Плохотнюк устраивал до сих пор по стране, и продолжает устраивать сегодня, Штефан Пироган, значит, человек, который стоял у истоков районной организации в Унгенах, будучи советником Унгенского районного совета, значит, сегодня он просто как дедушка покинул там ряды нашей партии, значит, заявил о том, что проблема, оказывается, есть у лидера партии, лидер партии занимается только своими проблемами, которые я имею с молдавской юстицией. Вот его все-таки прельщает быть членом в демократической партии, которая повышает пенсии, зарплаты, борется с коррупцией. Короче, Пироган судусла пиде и забрал еще примара с агрономовки, которого я послал публично в Фейсбуке. Еще месяца 4-5 назад вместе с примаром Флорешт и другими деятелями, которые подумали, что они, если пошли, если они от нашей партии заняли руководящую должность, то они будут заниматься там бизнесочками и так далее. Понимаете? Я говорил, что мы идем в политику, пришли в политику для того, чтобы изменить кардинально жизнь людей. И то, что ту цель и те задачи, которые мы себе поставили, мы их обязательно выполним. Те, которые сегодня потеряются по дороге, ну, вы знаете, когда есть потери, а потери еще будут в ближайшие дни, сейчас мы об этом конкретно поговорим, значит, я, например, вижу реакцию людей, новых членов партии, которые в рамках конференции, которые прошли по всей стране, по подготовке к съезду нашей партии, который пройдет 18 марта. Потому что плохиши сделали все для того, чтобы мы все-таки не могли арендовать залы там, где мы их просили. Значит, мы заключили договор с частной компанией, поэтому на данном этапе как бы эта проблема решена. 18 марта пройдет съезд нашей партии. Я вижу, мне доносится реакция людей, когда наши активисты также по всей стране разносят газеты. За это им огромное спасибо. Поэтому потерять сегодня какое-то количество десяточек чмошников, вы знаете, ну, по-другому я не могу назвать этих людей, потому что сегодня деньги предлагаются по всей стране. Значит, деньги предлагались тогда, когда Плохотнюк по всем районам избрал своих председателей. И ни в одном районе советники нашей партии не голосовали за кандидатуру Плохотнюка. Там, в 18 районах социалисты голосовали с ними, мы ни в одном районе не проголосовали. Предлагались деньги большие тогда, были угрозы. У меня есть информация, что сегодня такая работа проводится по всей стране. Значит, у Плохотнюка сегодня был доклад касаемо, что вот начинается операция по уничтожению районных активов нашей партии. Ему сказали, что все окей, как бы будет по Пирогану, значит, в Унгенах.
с этим примаром с агрономовки, повторяю, которого я прогнал за свою непорядочность, да, за его непорядочность. Вот, значит, ему также докладывали, что помимо этого, значит, есть купленные люди сегодня в Гагаузии. Хочу увидеть, кто это, и посмотреть этим людям в лицо. Ведь я нигде ни в одном районе не назначал людей. Люди сами решали, кто будет советником, городским, сельским, районным и так далее. Значит, поэтому давайте вот я сейчас сначала пройдусь по тем цифрам. Я себе специально записывал, делал какие-то пометки, чтобы не перепутать. Что докладывали Плохотнюку сегодня? Как бы обозначили, что начинается еще раз пирогана в Лунгенах и примара агрономики. Значит, завтра они ждут выход кого-то из примаров района Санчирей. Значит, на стадии переговоров у них шалданешты, флорешты. Значит, в Флорештах мне кто-то пообещал, что примар выйдет и будет независимым. Значит, в Гладянах ведут переговоры с некоторыми примарами. Значит, в Чемишле кто-то уходит. Басарабяске, значит, та же ситуация. Значит, примарам всем делаю следующее предложение. Значит, им говорят, что, ребят, не нужно сейчас вступать в Демпартию. Вы выходите, объявляете себя независимыми, а потом, когда будут парламентские выборы, вы уже вступите во время предвыборной кампании, вы присоединитесь к партии демократов. Значит, на севере и на юге, говорят, не хотите идти к нам, идите хотя бы к социалистам. Значит, это предложение такое, знаете, джентльменское. Значит, также Плохотнюку доложили, что из 26 советников нашей партии в Бельцах, значит, обработали, значит, 6-8 человек. Значит, ребят, мне очень неприятно обо всем этом говорить. С одной стороны, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что, ну, понятно, Ринат Усатый не может сегодня содержать всех примаров, советников и так далее. И содержать, и брать кого-то на иждивение, я как бы не стремился никогда. Я мог, я там по-человечески помогал, те, кто рядом, они это знают. На сегодня, если кто-то уходит из-за того, что не хватает деньги на поминки тещи, это одна ситуация. Если уходит из-за того, что кто-то никогда не имел машину, и сегодня на старости лет ему обещали там какую-то дачу, потому что, вернее, в районах все цифры, которые обозначаются, это цифры от 10 до 20 тысяч, до 20 тысяч евро. Бельцах заряжает деньги посерьезнее. То есть Бельцах, чтобы вы понимали, то есть обсуждается цифра их 50 и 100 тысяч евро за одного советника. Вопрос, когда идет попытка массово сегодня запугать, купить людей по всей стране. Вот эти козлы, которые сидят сегодня в центре по борьбе с коррупцией. Ну, то есть, они что, сегодня, вы думаете, не знают про это? Конечно, знают. То есть, когда наш активист Корнел Мараро переговаривал, с кем-то разговаривал по телефону о том, что вот сняли незаконно Патрию еще в 2014 году с выборов, и надо выходить, их мочить и так далее, на все, и запись вытащили, опубликовали и так далее. Сегодня, значит, ходят там всякие умники, типа этого полупокера Батеряна, этот бывший охранник Филата, который сначала сидел в приемной у меня часами, потом отсидел положенное количество часов в приемной Кости Ботнаря. Сегодня от имени Демпартии он у нас заезжает там в Анены, в Еловены и так далее. Ну, ребят, я понимаю, что вы выполняете команду своего хозяина, но наступит день,
И за всем это будете отвечать по закону. Значит, в моей картотеке достаточно еще места для того, чтобы фиксировать все нарушения правящего режима, бандита-плохотника. Значит, помогают сегодня чистить партию. Супер. Я хочу, чтобы мы парламентским выборам пришли с сильной командой, с честными людьми. И сегодня, если что-то отвалится по дороге, ну, остается. У нас сегодня около 1000 советников по всей стране, понимаете? То есть, ну, кто-то не выдерживает. Но я хочу, чтобы те, которые уходят, знали, что им придется смотреть в глаза не только мне, не только всем нашим активистам, потому что в первую очередь нужно будет смотреть в глаза тем людям, которые за них голосовали. Потому что люди голосовали за них как за кандидатов представителей нашей партии. И поэтому мы заняли первое место в стране по количеству городов без обмена ресурса, без подкупа избирателей, без голосования на дурки и весь прочий бред, который организовал Плохотник. Поэтому, значит, просьба ко всем нашим активистам, нашим координаторам, советникам, примарам, тем, которые являются честными людьми. Ребят, давайте вот все эти шуры-муры, которые в офисе идут последние недели, о том, что вот тому пришли, предложили второму. Ребят, вот любая информация, которая была негативная, я выходил, делал ее публично. И так правильно. А потом не надо рассказывать. То есть выходите сегодня, говорите про Басарабяску, про Санджерей, про Дандюшаны, про Фалешты. Не молчите, про Бельцев. Может быть, кто-то выйдет, скажет, признается из тех, про которых я не знаю, сколько ему предложили и так далее. И главное, говорите, кто предложил. Давайте делать публично эту информацию. Смысл ее скрывать. Вот, если вы расскажете усатому, то вы не получите никакого финансирования в ваше село. Мы вас отключим от любой возможности получать гранты и так далее. Пожалуйста. Это у нас демократическое государство и сотни миллионов долларов потраченных европейских денег. Потом мне все опять говорят, ой, Рената, почему вы так критикуете и так далее? Потому что они выросли, этих шаек, эти шайки ублюдков, жуликов, проходимцев, сутенеров, полурозовых, полуголубых и так далее. Они их всех вырастили. Давали им большую такую европейскую сиську в 1 миллиард долларов, и каждый из нее отсасывал по чуть-чуть. Понимаете? Хотя из него больше всех высосал Плохотнюк Шорфилат, но остальные уже сосали то, что осталось после этих. Понимаете? Вот то, что мы имеем сегодня. Когда в прошлом году шли те же протесты, и все по очереди там прискакивали, что ой, не надо то, ой, не надо этого, давайте так, давайте сяк и так далее. Понимаете? Вот, поэтому... Работу над ошибками я, конечно, сделаю. Но также большая работа над ошибками должна пройти у тех, которые поддерживают этот бандитский режим. Поддерживают его сегодня, слава богу, меньше, чем раньше. Это уже радует. Вот такие дела. Поэтому, ребят, жду, опубликуйте любую информацию, связанную с подкупом советников, примаров, канцлеров от нашей партии. Ну и посмотрим, что там по их плану, вот как Плохотнюку доложили. Кто завтра выйдет с Инжирея, кто там на 50% согласен в Шалдонештах и Гладианах, как независимо он станет примат. Давайте. Вперед. Вот. Значит, есть еще несколько вопросов, которые хотел бы обсудить. Не столько хотел, сколько должен их обсудить, так как когда есть какое-то заявление, я его комментирую, связано со мной. Ну, за исключением не буду комментировать новости публики про порно бани в Бельцах, про крутят какие-то нацистские марши и так далее. Значит, говорил и повторяю еще раз.
Для Плохотнюка даже такой, как Гитлер, это добрый. Понимаете? Значит, они сегодня взяли, вырвали там фразу из контекста, что Усатый будет начальником гестапо для тех, кто застроил бельские парки этими сараями свадебными и другие незаконные стройки по бельцам по всей стране, те, кто грабили страну. Ой, видите ли. Могу рассказать историю Лаврентия Берии. Завтра уже будут Берию показывать на публике. Не завтра, в течение 3 дней. Значит, посмотрел короткую такую программу, скинули мне с заявлениями Богдана Цырди. Значит, я думаю, они есть у него на странице. Значит, опубликовывать у себя не будут. Но скажу и где, посмотрите, почитайте. Не почитайте, а послушайте. Значит, в Ютубе на канале НТВ посмотрел 5 минут заявления Цырди, который как бы не согласен с тем, что Усатый трогает всенародно избранного президента. Значит, господин Цырди, товарищ социалист, я не собираюсь трогать, не собирался и не собираюсь сегодня трогать, как вы говорите, всенародно избранного президента. И так как я призвал во втором туре голосовать за Дадона, и то, что наши голоса были решающими, о чем вы молчите, как это было на парламентских выборах 2014, ну, чтобы вы были здоровы. Значит, это было политически правильно. Получили Дадона президента. Тут пошли претензии. Значит, что вот партнер слева и так далее. Значит, господин Цырди, хочу сказать, что на всех мероприятиях открытого характера, закрытого, вы все в один голос кричите, что партия социалистов возьмет большинство, партии социалистов никто не нужен, партия социалистов великая, могучая, мы там сами будем руководить страной и так далее. Мало того, помимо этого, значит, ваш президент, значит, на всех встречах, подчеркиваю, абсолютно на всех, где заходит речь о нашей партии, обо мне, а я говорю и про Запад, и про Восток, значит, господин Дадон кричит, что не нужен Усатый, у него всего 2-3%, я сам все сделаю, я там короче, могучий. Вот, значит, в той ситуации, в которой я нахожусь, как человек, который боролся реально и борется сегодня с режимом Плохотнюка, как господин Цырдя, правда, только из Москвы. Вообще, я сегодня борюсь с Плохотнюком из Москвы, потому что я, в отличие от вас, весь год с ним боролся 16-й в Молдавии. Поэтому сегодня я вынужден бороться из Москвы, господин Цырдя. И вот эти подколки, что я из Москвы борюсь с Плохотнюком, значит, если бы не моя борьба с Плохотнюком, и вы сегодня имеете президента только из-за того, что я не пошел ни на какие сговоры с Плохотнюком. Поэтому у вас сегодня есть президент. И рассказывать про борьбу с олигархами, повторяю еще раз, в Молдавии есть один единственный олигарх, преступник по фамилии Плохотнюк. У вас уже олигархи Гимпу, этот Шалару распродают страну, вот олигархи. Да какие олигархи? Олигарх один Плохотнюк, эти такие пешеходики, понимаете? Значит, да, точно что-то уволокли, за это надо дать им по рукам и должны ответить по закону. Значит, но есть фразы, которые я просто вообще в шоке от них. Значит, у неонинские СМИ, видите ли, меня хвалят, у Немедиа, журналы и так далее. Значит, господин Цердя, хочу сказать, что с того момента, как вы подчеркнули, Дадон стал президентом, меня не атаковал. Дадон меня не имел за что атаковать, начнем с этого, потому что мы вас поддержали. А то, что вам хватает наглости и совести, что-то говорить про унионистские СМИ, а когда идут суды у моих ребят, идут суды, связанные с нашими активистами, моими суды, есть запрет, вы запретили, не вы лично, те, кто у вас отвечает за СМИ, запретили ходить, делать репортажи вашим телеканалам. Ну и кто вы после этого, понимаете? Как я могу сегодня не комментировать, когда после моей встречи с Игорем Николаевичем Дадоном, вашим,
Значит, в Москве в Домодедово с ним встречался два раза с тех пор, как он президент. Последняя встреча была в Москве в Домодедово. Весь офис из Демпартии хвалится, что Дадон, Плохотнюк поругал Дадона за то, что он встречался с усатыми, и больше Дадон с ним встречаться, разговаривать не будет. Ну, если это так, то это грустно, господин Цердин. Значит, что за фразы вы себе там произносите, товарищ Цердин? Я уважал Цердю за то, что он один из немногих социалистов, открыл и жестко боролся с Плохотнюком. Но сегодня, когда Цердя говорит про олигархов во множественном числе, у меня, Богдан, к тебе уже много вопросов. Понимаешь? Как Цердя может говорить в своей этой речи, что я, то есть Ренат Усатый, хаю Путина, хаю Дадона за то, что он встречается с Путиным? Вы что, с ума сошли, Цердя? Вы слышали хоть раз от меня негативную реакцию касаемо того, что Дадон занимается вопросами гастарбайтеров, эмбарго. Молодец. Я тоже этим занимался и занимаюсь сегодня. В прошлом году я снял эмбарго с 23 компаний. По моему письму 23 компании могут поставлять сельхозпродукцию в России. Такое же письмо я получил по первые два винзавода в Молдове. Значит, это компания Молднорд. И компания, так, Молнор первая, и вторая Imperial Вин. Я писал письма за эти две компании, было снято с эмбарго. До этого ездили только компании с Гагаузии, чем занималась Башкан и молодец. Я никогда не критиковал и не буду критиковать за какие-то хорошие договоренности. И заметьте, что у меня не было вообще никогда никаких претензий к Дадону, кроме одной. Сотрудничество с тем, кого вы называете кукловодом. Значит, как Богдан Цырди, человек с высшим образованием, может нести такой бред и заявлять в этом видео? Значит, усатый хвалит Гимпус, Турзу и других олигархов. Богдан, или тебе не донесли конины в юрту, или я не понимаю, что произошло. То есть, как можно такой бред говорить? Где я хвалю Гимпус, Турзу и других олигархов? Значит, усатый против инициативы распуска парламента через референдум. Послушайте, почему вы людям не выйдете и не скажете, что если мы пойдем по пути референдума, то выборы парламентские будут не в ноябре 2018 года, а будут в сентябре? Вы объясните людям, что выборы через референдум, вот вопрос, вот я слышал, что могут быть не раньше, чем через год, а у нас до выборов полтора. Понимаете? Может быть, я не прав, я не изучал этот вопрос, но господин Цырдя, вы выйдите, объясните людям и скажите, что вот будет референдум, люди точно проголосуют за это, вам наперед говорю, вы это знаете. После этого я выйду, поддержу любую нормальную инициативу. Любую. И не только Дадона. Вы меня обвиняете в каких-то связях с правыми, унионистами. Я буду поддерживать любую здоровую инициативу, любой здоровой политической силы. Не вот это раковые опухоли, которые являются для Молдавии сегодня Демпартия. Они могут с чем угодно сегодня выходить. Они грабили, уничтожали страну. Сегодня из-за них за пределами страны нахожусь не только я, находятся сотни тысяч людей. Значит, Цирдя говорит о том, что вот Гринку отправить депутатов, я предложил, я пересказал, господин Цирдя, то, что кричал Дадон, когда ему это было выгодно перед вторым туром, что вот наши депутаты будут заниматься, наши адвокаты, наши юристы, наши телеканалы, парламентская трибуна, туда-сюда. Я спросил просто, где это все? И это меня наводит на мысль, что то, что мне передали из логова врага, что Плохотнюк поругал Дадона за то, что встречался с усатым. И вообще, почему усатый не звонит? Значит, я позвонил, Богдан, задать очень важный вопрос.
связанный с борьбой с плохотнюком. Потому что на встречах с Дадоном в Москве я обсуждал проблему, как уничтожить режим плохотнюка, а не байки и цурки всякие. Они меня не интересуют. Мы о чем-то там договорились. Я позвонил Игорю Николаевичу, вашему. Мне перезвонил один из советников. Никто, не буду говорить, кто. Значит, говорит, Николаевич не может тебе звонить. Ну, советник на меня вышел, смс-ку написал. Значит, Игорь Николаевич не может вам звонить, потому что его телефон уже слушает. Послушайте, да, сегодня Плохотнюк может слушать любой телефон. Но у Игоря Николаевича достаточно в телефоне программ, которыми он пользуется, которыми пользуюсь я и очень много людей в стране, по которым он мог бы перезвонить. Его слушают. На ПРО-ТВ сказал, дащи да кусатый инкаутарь, честную располагать телефон. Сейчас, говорит, слушают. После этого даже страшно было ему звонить на день рождения, чтобы не скомпрометировать народного президента. Да, мне фереш. Вот. Значит, Богдан, вы давай прекращайте эти байки про это самое. Потому что сегодня вы прекрасно знаете, что Плохотнюк боялся Санду, и вы прекрасно знаете, чем занимались примары и весь актив Демпартии по всей стране. Хорош, а? И самое главное, я не упоминаю нигде в разговорах вашу партию, чтобы она была здорова. И на самом деле моя позиция, что у нас должны быть правильные отношения со всеми партиями, которые не сотрудничают с режимом Плохотнюка. Значит, я говорил о том, что у Дадона есть уникальная возможность сегодня объединить общество. Значит, вы там сказали, господин Цирдев, что Путин похвалил Дадона за то, что он объединяет страну. Пересмотрите свое видео и подумайте еще раз. Это Игорь сегодня страну объединяет, да? Понятно. Кто же ее тогда разъединяет? Я, что ли? Кто же я разъединяю общество, получается? Игорь Николаевич объединяет. Понятно. И самое главное, перестаньте давать команды вашим людям по всей стране, которые ходят рассказывают, усатый больше не вернется, переходите к нам и так далее. Овец совести, БС. И все будет нормально. Значит, поэтому, чтобы Игорь Николаевич не боялся, что его запишут службы Плохотнюка, когда он мне звонит. Ну, будем общаться через Facebook, понимаете? Астая ситуация. Вот. Тут вижу очень много комментариев. Ренат, зря поддержали. То, ребят, значит, на самом деле Майя позиционировала себя как унионистка. Значит, мы могли поддерживать только Доди, понимаете? Поэтому имеем то, что имеем сегодня. Ну, вот он и покажет себя. На парламентские выборы мы поговорим. И еще один вопрос. По поводу одномандатных округов, господин Цирк. Ну покажите одномандатные округа по всей стране. Уже Зинаида Петровна общается со «Справедливой Россией», перенимает опыт, как то, что касается одномандатных округов и так далее. Супер, я поздравляю. Ну покажите тоже, чтобы вся страна их видела. Зачем вы их прячете, понимаете? Ладно. Ребят, значит, желаю всем хорошего вечера. Значит, честные, нормальные люди, которые были с нами, они с нами есть и они с нами будут. Те, что потеряются по дороге, ну, это значит, будет такое некое оздоровление организма. Я же тоже, пачка у меня была совсем другая, недели две назад. Видите, так маленько привел себя в порядок, будет еще лучше. Вот, поэтому будет еще лучше и в нашей партии, и во всей стране. Ворог, ну, реакция на слова провокаций, критика сфии, о критика конструктива, ж критика санатаса, тар, ку, пехота основной не кларификам, есть комбинация, все вы правильно.
Всем хорошего вечера. И будем идти вперед, и будем идти до конца. Я обещал идти до конца, и обещал идти ровно столько. Я вижу, что сотням тысяч людей сегодня хотят, чтобы я шел вперед. Я буду идти вперед. Потому что я хочу поменять жизнь одного конкретного человека. В моей жизни, кстати, было все хорошо. Значит, сейчас появились разные моменты, потому что, как все говорят, зачем ты туда полез и так далее, жил бы в Москве и так далее. Нет, я сегодня вычищу страну от этого рапана. Особенно главного рапана Плохотникова, удачи.